Есть будешь? Я сейчас наложу тебе. Это я, твой тиран. Будешь кушать? Иди, мой сладкий. Итак, я продолжаю тиранию, деспотию, короче. Пока продолжаю на кухне с гречкой и тефтелями. Короче, я заставил свою жену лежать. Сказал лежать. И сейчас буду накладывать ей гречку. Я свои деспотичные лопатки просто по-тирански размешиваю эти диетические тефтели из индейки и просто упырски накладываю ей Виктории. Теперь я перехожу к более страшной процедуре. Я буду накладывать гречку, потому что я просто животное. Вот так, на, получи. Получи, теперь ты будешь знать, как... Послушай, моя любимая жена, слушай меня очень внимательно. Я там по-тирански тебе наложил тефтели с кашей. А ну-ка, пожалуйста, поднимайся, и твой завтрак готов. Запомни, так будет всегда. Я буду издеваться над тобой до тех пор, пока ты будешь лежать в этой кровати. И запомни, мы поедем на море. И там я буду издеваться над тобой еще больше. Андрей, привет. Это я, твоя тетушка Ингрид из Чехословакии. Ты что издеваешься над девочкой, изверг? Ты что, тварь, там творишь? Я приеду, оторву тебе писюн.